Стартовала неделя детской книги. Ее открытие прошло в Доме дружбы, а сегодня к акции присоединились в столице Чувашии. Приурочена неделя к весенним школьным каникулам. Торжественное открытие недели детской книги в Чебоксарах – это своего рода анонс того, что ждет читателей с 21 по 31 марта в разных библиотеках города. В этом году, в юбилейном для города Чебоксары, 550-летие празднования, мы решили эту неделю провести очень масштабно. В течение всей недели во всех библиотеках города, городских библиотеках, а их у нас 18 по всему городу, будут проводиться эти праздники. Будут встречи с писателями, мастер-классы, викторины различные. В программе более 80 мероприятий. Я люблю ходить в библиотеку, беру разные книжки. Мне нравится писательница Холли Вебб. Она пишет про животных. Я предпочитаю читать больше книги, чем сидеть в телефоне. Также в эту неделю издательства и книжные магазины делают скидки на детскую литературу и представляют новинки. Вы посмотрите, ребенок может взять вот эту книгу и изучить историю чувашского костюма. И он даже может сам попробовать создать этот костюм. Это книга-раскраска. И таких интерактивных книг выпускается немало. Писатели и издатели учитывают в своей работе интересы нынешнего поколения. Ведь не все же сидят в гаджетах. Есть и те, кто любит хорошую литературу. Сегодняшняя встреча тому подтверждение.